По широкой, желтоватой реке в зыбких солнечных отсветах двигались силуэты лодочек, направляясь к дальнему песчаному берегу. Одну из таких лодок нанял Говядин, попросил Дашу править рулем, сам сел на весла и стал выгребать против течения. Скоро на бледном лице у него выступил пот. «Спорт – великая вещь», – сказал Семен Семенович, принялся стаскивать с себя пиджак, стыдливо отстегнул помощи и сунул их под нос лодки. У него были худые, с длинными волосами, слабые руки и гуттаперчевые манжеты. Даша раскрыла зонт и, прищурясь, глядела на воду. «Простите за нескромный вопрос, Дарья Дмитриевна. В городе поговаривают, что вы выходите замуж. Правда это?» «Нет, неправда». Тогда он широко ухмыльнулся, что было неожиданно для его интеллигентного, озабоченного лица, и жиденьким голосом попробовал было запеть «Эх, вниз да по матушке по Волге». Но застыдился, со всей силы ударил весла. Навстречу проплыла лодка, полная народу. Три мещанки в зеленых пунцовых кашемировых платьях грызли семечки и плевали шелухой себе на колени. Напротив сидел совершенно пьяный горчишник, кудрявый с чернявыми усиками, закатывал, точно умирая, глаза и играл польку на гармонике. Другой широко греб, раскачивая лодку. Третий, взмахнув кормовым веслом, закричал Семен Семенович: «Сворачивай с дороги, шляпа, туды твою душу!» И они с криком и руганью проплыли совсем близко. Наконец лодка с шорохом скользнула по песчаному дну. Даша выпрыгнула на берег. Семен Семенович опять надел помощи пиджак. «Хотя я городской житель, но искренне люблю природу», — сказал он, прищурясь. «Особенно, когда ее дополняет фигура девушки. В этом я нахожу что-то тургеневское. Пойдемте к лесу». И они побрели по горячему песку, увязая в нем по щиколотку. Говядин поминутно останавливался, вытирая платком лицо, и говорил: «Нет, вы взгляните, что за очаровательный уголок.